Первая песня называется «Ты никакая». Ты никакая. Ты мне сказала, что я один такой, размышляет Руслан Пластун, смывая свои мысли туалетной водой. Песня о любви и ненависти. Отже, герой дня, найбільший оригінал в Черкасах Руслан Пластун. З чого все починалося? Ну, все починалось з того, як ми в училищі просто познайомились. Я художник сам, взагалі-то, в крові. І ми були тоді училися ще на першому курсі. Я поступив в художественне училище просто в ПТУ. Ми там познайомились з цими художниками.
Я был в їхній групі зі своїм барабанщиком, точніше. Він мене вивів на чисту воду, так сказати. І, ну, просвіщав мене в різних таких вещах, вот, в музиці, все. І я почав вникати помаленьку і оклімався. І ми, короче говоря, начали эту деятельность ещё тогда на узбекском языке, короче говоря, я там начал петь. Чому на узбекском? Ну, просто так было мне легче, просто я не придумывал слова, просто пел, что мне взбредёт в голову. Что-то у меня страх, короче говоря, я что-то даже торчу по страху. Даже один раз так бывало. Я один раз угостили. Я обсадился. И вот так вот и приходится.